Полицейские межмуниципального отдела МВД России Кызылский изъяли из незаконного оборота около 5 килограммов марихуаны. На окраине села Буренхемка Ахемского района 20 ноября в ходе рейдовых мероприятий участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудником подразделения по контролю за оборотом наркотиков заметили мужчину, который при виде полицейских совершил сброс полиэтиленового пакета и попытался скрыться. Правоохранители задержали указанного гражданина. При осмотре места происшествия полицейские изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. В результате проведенных исследований эксперт-криминалист установил, что мужчина попытался избавиться от марихуаны весом около 5 кг, что является крупным размером. Как пояснил задержанный, наркотик он изготовил для личного употребления. В отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств». За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены наказания в виде лишения свободы от 3 до 10 лет. В настоящее время подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.